Киеве между митингующими бойцами Нацгвардии и митингующими на Майдане завязалась потасовка. Националисты оккупировали территорию площади и установили там первую палатку. Таким образом, активисты выражали протест политикам, предавшим идеалы Майдана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Украины. До этого на Майдане были зажжены костры в бочках. Радикалы призывали людей строить баррикады и ждать ответа правительства. Ранее в Киеве забросали камнями, петардами и облили зеленкой офисы российских банков. Пострадали отделения Сбербанка и Альфа-банка. Напомню, по всей Украине прошли мемориальные мероприятия по случаю трагических событий в Киеве в феврале 2014 года, когда в противостоянии между радикалами и силовиками на площади независимости погибли около 100 человек.